Пуши вкусняшку. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Там... Обернись! Обернись, там маньячка! Там... Засос жесткий. И ты еще вдобавок мне добавила бы. Для счастья. Эй, друзья, всем море приветов, всем БГГшечки Нептуна здесь. Это рубрика «Инди-ужастики», подрубрика «Игры про Сайка Носу Тока», Ношики. Довольно популярная наша маньячка-психопатка с ножом вновь приходит нас напугать или влюбить в себя насильно при помощи ножа и насилия. Но помимо Сайки, которая здесь очень часто нам помогает, в игру вплетена еще и Юи. Вот кто истинная психопатка в этой игрушке. Итак, играть. Мы полностью прошли «Сон пробуждения», вроде как я открыл все концовки и все ролики показал, что были здесь. Теперь переходим в режим «Сон-голод». Я ни разу не запускал, вообще не знаю, что меня ждет, поэтому давайте играть. Поглядим, какие новые концовки, новые ролики будут нас здесь ждать. Так, ну, просыпаюсь я так же. Ага. Сайки уже нет изначально, то есть она получается изначально живая. Но сердце, видимо, уже в ней. Так, это, помните, это было на харде. То есть в хэллоуинском обновлении, когда я играл, ну в старой версии. Это игрушки? Так вот, она также изначально уже ходила и была агрессивная. Нужно было ее сначала успокоить, найти какую-нибудь вкусняшку первым делом. И дать ей, а то она будет меня кушать. Она будет делать мне кусь-кусь. Блин, показалось там? Блин, там показалось, что кто-то за деревьем стоит. За деревом. Это просто не прорисовалось. Так, это запах. Сэмпай, он близко, я поняла. Она хочет найти по запаху своего сэмпая. То есть меня. Акиру. Ну или Нептунчика. Что я делал на харде в том обновлении, в старой версии? Первым делом нужно найти вкусняшки, по идее. И дать ей, чтобы ее задобрить. Либо это вообще какой-то совершенно новый геймплей. Я возьму, и она там что-то возьмет. А Юй-то где? Не волнуйся. Блин, мне страшно. А если она выпрыгнет, как черт из табакерки на меня? Так, ну хоть какое-то оружие дайте мне. Эй, куда это она ушла? Я помню, помню. Не все предметы находятся на этой зоне, бла-бла-бла-бла. О, что это? Камушек. Ну, хотя бы что-то. Ты же реально удивился? Ни камней, ни палок, ни яблок, которые восстанавливают мой ХП. Ничего из этого нет. И это меня немножко напрягает. Страшно? Тихо. Я нашел ее. Че, музыка появилась? Она реально как маньячка. Эй, 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 подожди, 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 ты же меня не убьешь? Нет, не надо от меня откусить кусочек, не надо. Ай, Сайку, не надо. А-а-а, она меня ест. Она жрет меня. Сайка, ты что, сумасшедшая, что ли? Саечка, Саечка. Она меня найдет по крови. Боже, так и знал, да-да-да-да-да. А что нужно делать, подождите. Нужно найти вкусняшку ей дать, правильно? Но я не вижу нигде ног, рук. Что-то у нас по карте. По карте у нас вообще ничего не понятно. Видимо, чем она ближе, тем громче играет эта мелодия. О, есть, есть. Вон на карте, видите, рука. И не только там. Это что у нас? Есть кисть. Кому кисть? Свежая запеченная кисть. Таечка, я нашел тебе кисть. Хватит бегать как дура. Она, по-моему, то ли забаговалась, то ли она конкретно за кем-то бежит. Эй, Сайка, вот-вот-вот-вот-вот, кушай, кушай, держи, все правильно, вкусненько, я пошел, до свидули, черт, он за мной бежит, ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот, вот, или нет, я отсюда подобрал, черт, а, пошла отсюда, пошла от меня, маньячка, да, тут тупичок тоже, ой-яй-яй-яй-яй-яй, у-у-у, так, так, пацаны, у нас проблемы, Хилтон. Она не хочет от меня отойти. Я нашел еще одну вкусняшку вот здесь. Она должна быть здесь, да, вот она. Еще одна суперсочная, свежая. Прожаренная кисть, держи. Да, это твое, держи.
Я тебе разрешаю. Кушай вкусняшку. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Там... Обернись! Обернись, там маньячка! Там... Засос жесткий. И ты еще вдобавок мне добавила, блин. Для счастья. Уйди. Блин. Девчонки, вы че? С ума посходили, что ли? Сначала одна меня обрюхатила, теперь другая. Бедный Акира. О. Да ты-то куда лезешь? Не надо. Ладно, жри меня. Мне уже все равно. Ну ведь посмотрим на смерть. А, нет. Я думал, будет какой-то ролик, типа, меня пожирают до заживо. Нет? Вы умерли. Попробуйте снова. Девчонки вообще сговорились, вы видали это? Они сговорились и решили на меня напасть толпой. Одна кусает, другая режет. Классно. Каждый хочет немножечко Нептунчика себе на память. Так, друзья, я нашел храм. Поясава все на меня смотрит. И что у нас здесь? А, сердце... Подождите. Если сердце здесь, с того прошлого режима, то есть это сердце Сайко. А где? А как, почему она бегает и живая? То есть сердце у нее уже есть. То есть еще одно у нее появилось сердечко. Швейте. Рука. Замечательно. То есть в Сайко сейчас есть второе сердце, да? А что если я снова его выдру? А, я могу. Я уже могу, смотрите. Я уже могу взять молоток. Взять куклу. Принести каждую часть сюда и прикрепить к туловищу. После завершения брось куклу в клетку. Не совсем понял, что от меня именно хотят. Вер спирта. Ладно, хорошо. Для начала давайте Сайку задобрим. Ну, чисто в теории, я могу сейчас найти просто Юи и разбить ей голову. Взять молоток и сбежать, правильно? Или нет? Ладно, побежали искать. Вот она, держи. Вкусняшка! Только для тебя. Только для Саечки вкусные руки. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Она за мной все еще бежит. Она жесткая. Может, ты меня оставишь в покое, Саечка? Я пришел в тупик, зашибись. Ах, ты собака! Да хватит меня есть! Сейчас Юи на тебя натравлю. Гадина! Уйди от меня! Сайко! Ты что такая неугомонная? Оставь меня в покое, тебе мало в школе, да? Меня насиловала меня. Проявляла насилие и жестокость. Теперь еще и в лесу бегаешь. Саечка, Саечка, у меня вкусная нога есть. Классная, мытая, не воняет. Ай, кушай. Все для тебя, родимая. Да, поелась? Там еще одну я приготовил часть тела, еще одну руку. Во, держи. Держи, вкусняшечка. Ням-ням-ням-няшечка, вкусняшечка. Все, поела, наелась? Надеюсь, что да. Так, сваливаем. Я не знаю, сколько ей нужно всего принести, но... Там есть еще одна нога, но не знаю, как к ней подобраться. Держи еще. О, с ней что-то не так. О, она решила танцевать. Ядрить она флексит. Тут. О, держи. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Окей. Одна запаговалась, другой стоит с ногой, а третья просто наблюдает. Ей весело. Да? Ну, у нее ключик есть. Может, его как-то можно стянуть? Нажать. На! Нажал на нее. На еще раз. Обижаем. Девчонок без регистрации СМС. Так, ну я понял, у меня не забаговались, девчонки. Зашибись. Я харассмент делаю. Ой-ой-ой, сейчас они еще реально забагуются. И что мне делать? Окей. Допустим, я выброшу. Ну твою ж мать. Нажать. Я не знаю, что в этом случае делать. Давайте сбегаем за молотком. Попробуем как-то... Молотком дело исправить. Так. Опа. Идеально. Ну, давайте. Работает. Эй, ты так не уходи. Стенку ты. Эй.
Она ушла в стенку, теперь я не могу пробить. Теперь нет пробития. Давай, ну все-таки можно было. Это из-за сайки. Да, блин. Это уже, я не знаю, раз 3-4 переигрываю, она багуется всегда. Где-то на третьей руке примерно. Первый DS нормально, третий вот багуется, и все. Что-то ей мешает, вот анимация, то есть бега начинается, а вот анимация хватания как будто бы ломается, и все. И она вечно вот в этой стадии. Я не смогу пройти эту игру, что ли? Или у меня баг какой-то, или что, или как, или новое обновление какое-то поломало игру. Она багуется вот так. Ладно, давайте попробуем еще разок. Так, не багуйся, держи, держи, держи. Все, забрала. Я не знаю, сколько ей нужно, это уже третье. И пока что она съела ее без багов. Что не может не радоваться. Осталось, видимо, еще четвертую найти. Где-то часть тела. Ну давай, давай, давай. О, нашел, нашел. Где-то здесь, вот рука. Все, сайка, главное, чтобы не забаговалась. Саечка. Вон она бежит. Давайте ее здесь подождем. Нет, походу они там... О, я понял. Сайка, сайка за ней побежала. Или все, она добрая стала? Подожди, Саечка. Подойди сюда. Да подожди, девчонки. Дайте его догнать. Она опять поломалась. Юи вон там стоит. Она я понял, она на Юи нацелилась жестко. Нам нужно ее. Я тебя вижу. Смотрите, она специально стоит за деревом так, чтобы меня не было видно и ее не было видно. Да, побежали. Так, помогай. Ты ничего не хочешь сделать? Сайко. Поломанная сайко, понятно. Ну, слушайте, друзья. Если такое дело. Если мне постоянно багуется, давайте попробуем по-другому пройти. Давайте попробуем убить Юи молотком и взять ключ и сбежать. На, получай. Ядрёть она, её хрен еще. Хрен еще ударишь. Да блин, я сейчас выдохнусь, она меня зарежет. Она, по-моему, сама выдохлась. Отпрыгивает. Она все краше и краше, кстати, от каждого удара, заметили? Бум. Ты разбила голову, возьми ее ключ и беги. Да, если, конечно, смогу взять. А вот, могу, да. Допустим, окей. А сайку-то как? Куда? Идеально. Так, подожди, где там выход? Вот здесь. И это странно. Ну, допустим, давайте посмотрим, какая будет концовка здесь. Кусты? Серьезно? А кого это она кушает? А, ногу? Бум! Сон, голод. Я сбежал от голодной сайку. Вот такая вот новая концовка, кстати. Давайте посмотрим, какая она по счету. Любопытно. Но получается, концовка такая же будет, если я, к примеру, заберу ключ в момент, когда сайко добрая. Правильно? Это последняя концовка снов. Хорошо. Все-таки. Я хочу попробовать задобрить сайко и сбежать таким образом из кошмара. О-о-о-о! Что это? Я попал за кулисье? Что это было? Подождите, что это только что было?
Окей, там пол не прорисовался, я упал. Подождите, у нашего героя есть анимация падения? А нафига? Ну это просто любопытно. Типа, мы... Ну вся игра происходит в одной плоскости, как правило, да? Я просто бегаю. Тут нет таких возвышенностей, чтобы можно было вот так вот прыгать. Но анимация падения все-таки есть, блин. Сайко, пожалуйста, на. Это четвертая нога. Я хотел сказать, Сайко, пожалуйста, не багуйся. Так, ладно. Она все еще голодная. Куда иди сюда, конечно. Блин, у меня 30 хп всего лишь. Ты достала, Сайко, меня достала. Все. Сейчас он чеканет своими ножницами, и все, я сдохнул. Не подходить. Ой-ой-ой, как плохо. Пучок. Собака. Тут тоже пучок. Зашибись. Да блин. Что такое? Она меня зарезала. Если бы у тебя было бессмертие, действительно, тогда и проблем бы не было. Так, народ, смотрите, во-первых, я узнал, что оказывается он может брать несколько предметов в руки, что реалистично и очень круто. То есть вот я с собой яблоко ношу, чтобы, если что, подхилить себя. Во-вторых, я накидал сюда кучу ног и рук. Тут можно целое пиршество устроить, если Сайку сюда позвать. И в-третьих, по-моему, она уже с ней валится, судя по звукам. Я слышал крики какие-то. Отойди, отойди, отпусти! Где-то здесь что-то происходит, вон оно. Да, там девчонки валятся, смотрите. То есть она уже стала доброй? Я еще ни разу ничего ей не давал, кстати. Может, это баг? Как мне у нее ключ взять? Или никак? О, можно было. Но что-то как-то это не очень хорошо работает. Блин, я не знаю, друзья, я уже все испробовал. Не берет он ключ. Я не знаю, давайте попробуем опять молоток. Молоток взять, может быть... Молоток нам чем-нибудь поможет, там как-то отгонит его. О, отбаговалось, по-моему. Ну? А он больше не берет, кстати. Нажать. Ага. Нам нужно как-то сделать так, чтобы она и подольше подержала. Как это интересно, это вообще реально сделать? Нет, я физически не успею прожать этот ключик. Слишком мало времени. Максимум половина. Ну вот, чуть больше половины успел. Я не знаю. Я не вроде знаю, так задумано. Ты так куда лезешь? Они обе отбаговались и решили меня обе мы полакомиться. Зашибись. Это как-то печально. Я, говорит, помогу тебе добыть у нее ключ. Что-то незаметно, как ты мне помогаешь. Так, ладно, друзья, я не знаю, честно. Я уже переигрывал раз 6, 7 или 8. Тупо она багуется. Она либо багуется просто на подходе к мясу, которое я даю, либо она просто багуется вместе с Юей и начинает постоянно ее хватать, но этого хватка, ну, вы все видели, да? Его не хватает, этого захвата, для того, чтобы взять ключик. Я не знаю, что еще здесь делать. Возможно, решение будет где-нибудь потом, в будущем. Либо просто это реально баг, который не дает возможность пройти игру. Но в любом случае, мы посмотрели новый опенинг и новую концовку. Все остальное будем открывать уже в следующих сериях. Большое спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И не забывайте жмякать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на канале. Также вы знаете, что у меня в описании ссылочки на мой телеграм-канал, на мой дискорд-сервак, на мой Бусти и на мой Дзен. Подписывайтесь, буду очень рад. Всем пока-пока!